Привет, сейчас я буду делать пакет трейсер 9.2.1.4. Здесь у нас настройка NIT, статического NIT. Команд у нас здесь нету, нам их нужно посмотреть в учебнике. Думаю, вы это посмотрите. Также вам нужно будет скачать PDF-файл к этому заданию и заполнить там поля, ответить на вопросы. Здесь все очень-очень просто. Просто читайте, отвечайте. Ну, это как бы сами можете сделать. А я буду вводить команды, вдруг у вас что-то с ними не будет получаться. Открываем роутер. Это все настраивается на роутере. Enable. Configure Terminal. И здесь можно, во-первых, выйти. И нас просят проверить, есть ли настроенный NIT. Для этого можем ввести команду. Show, где она? Show IP NIT Translation. Так, секунду, сейчас я ее скопирую. И вставлю в... Вот, мы видим, что у нас эта команда ничего не вывела, значит, у нас нет настроенных NIT. Давайте их настроим. Configure Terminal. Также у нас пока что ПК не может зайти на сервер, не может открыть веб-страницы на сервере. Это у нас здесь прописано, и это нужно проверить. В общем, просто все. Сразу начинаем настраивать. IP NIT inside source static. И прописываем IP адреса inside и outside нашего сервера. Вот они здесь даны. Давайте их будем печатать. 172 16 16 1. Через пробел сразу второй. 64 100 50. Так, не вижу. Правильно ли ввожу? 51. 51. Все, мы настроили NIT. Теперь нужно назначить его двум интерфейсам нашего R1. Вот у нас один интерфейс, второй интерфейс. Настраиваем по очереди. Интерфейс G00 IP NIT. Здесь у нас inside будет. Вот. IP NIT inside. И теперь интерфейс серийный 3.0. Здесь у нас IP NIT outside. Все, мы настроили NIT. Видим, что у нас 100 баллов из 100. Давайте проверим, например, с ПК1. Пропингуем наш сервер. Давайте outside, который. Пинг 64 151. И ждем ответа. Ждем, ждем. Первый у нас будет, скорее всего, неудачный. Сейчас у нас все. Видим, что оставшиеся удачные. Значит, мы все настроили правильно. Ну и 100 баллов из 100. Как бы читайте, отвечайте на вопросы в PDF. Все просто. Пока.